Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители, меня зовут Олег, и мы продолжаем проходить нового Человека-паука. Так, где мы остановились? Это робо-лаборатория, насколько я могу помнить. Давайте аккуратненько. Пока здесь есть движение, аккуратненько, тихо. Вон там роботишки, значит, единственный вариант, как можно быстро их обезвредить, это, конечно же, интересно, можно ли будет бесшумно убить робота? Да, бесшумное убийство предусмотрено, несмотря на то, что у роботов есть защитные поля. Я могу это делать. Хорошо. Так, что у нас тут такое? Видите, три робота патрулируют эту зону, поэтому... А, вон еще один. Угу. Можно, видите, взаимодействовать. Ну, давайте не будем, наверное, бесшумных убивать, потому что я просто не вижу смысла в этом деле. А? Тихо, Шарм, все хорошо. Все прекрасно. Так, с этим покончено. Быстро убиваем, то есть уничтожаем их защитное поле, а потом уже тихо. Тихо, друзья. Без паники. Вот как-то так. И с этим тоже можно так просто расправиться. Так, смотрите, там какие-то... какая-то консолька, я походу... Ой. Атаковать рывки, я так понимаю, смысла особого нету, поэтому лучше сразу... поле это убрать, и теперь можно нормально ему дать щи. Черт. Знаете, паука довольно быстро могут убить. А если вы замешкаетесь, то потом не удивляйтесь, если быстро вас убили. То есть это нормальное явление. Так, нам надо вниз, по ходу дела. Видите, здесь специальные роботы. Так, надо с ними расправиться. Там? О, беда, друзья, беда. Беда. Давайте попробуем еще разочек. Теперь можно обратно отсюда так переместиться. Там остался последний, значит, добиваем. Это пушка, да? Я думал, что это тоже робот, оказывается, это обычная тюрелька. Все, с этой тюрелькой мы расправились. Теперь я могу воспользоваться консолькой, да? Уничтожить ее надо. Уничтожаем этот конвейер. Один готов. Зона А. Мы только что вывели зону А. Осталась зона Б, зона С и зона Д. Хорошо, попробуем. Что делать? Знаете, как было бы очень удобно? Например, вот если можно было вывести, например, эту консольку, стреляя по ней паутиной. Но я так понимаю, что сделать это невозможно. Ну, ладно, не страшно. Так, что у нас тут такое? Очередная пушка, давайте попробуем. Какая-то гадкая пушечка. Так, там есть несколько роботов, можно было бесшумное убийство сделать, но не получилось. Ну, это вполне реально. Так, еще один робот. Роботишка, да. Все, с роботами покончено, теперь остается заняться консолькой. Консолька. Это у нас была зона С. Осталась зона Б и зона Д. Так, перемещаемся. Забавно. Видите, роботы эти, атаковать рывке можно. А камеру пока эту... Не камеру, эту пушку нельзя убить. Давайте попробуем так. Все, он куда-то пропал, сквозь текстуру провалился. Видимо, так надо было. Чертичек. Все, накомутали моему. Так, осталась пушечка, давайте. Быстро это сделаем. В принципе, так, если посмотреть, задание довольно несложное. Тут можно, в принципе, справиться. Ничего такого сверхъестественного от нас не требуется. По пару роботов на каждой зоне. У нас осталась только зона Б. Давайте займемся и... Зона Б. Так, поползли. Пока здесь есть движение, конвейер заблокирован. Да, это уже серьезно. Это уже серьезные замашки. Так, тихо. А, тихо, падла, отпусти меня. Надо быстро отсюда зашкириться, потому что могут быть проблемы. Надо немножко подлечиться, и теперь я могу возвращаться и уничтожать пушку. Все. От нее ничего не осталось, это последняя, это зона Б. Давайте закончим тут наше делишко. И посмотрим, что теперь будет. Все, все зоны остановлены. И теперь я могу пройти дальше. Найдите вход на подземный уровень. Будем искать.
Будем искать. Так, что это такое? Угу. Новый уровень доступен, но качнем, конечно же. Супер удар, взрыв паутины, ярость боя, быстрый бой. Мощный удар давайте, наверное, прокачаем. Увеличивается сила удара в рывке. Вы можете видеть недоработки в переводе. Забыли букву Т добавить. Становится возможным полное отключение силового поля стражи. Прокачиваем. А доступны ли нам технологии для прокачки? Давайте посмотрим. Жучки, паучки. Смотрите, у нас закрыто еще 4 улучшения технологий. Неплохо. Прочность нить. Но у нас остается только это прокачать. Единственное, что можно. И все, на этом все, пожалуй. Давайте посмотрим. Доступно улучшение. Так. Так. Хорошо. Теперь я могу, видимо, сюда попасть. Ага. Вот оно что. Значит, становиться сюда нельзя. Видите, конвейер находится под высоким напряжением. Поэтому мне показано, что я могу перемещаться вот таким вот образом. Хотя бы на секунду. Отлично. О, как жестко. Там такой огромный робот. Чтобы остановить стражей, залепите двери паутиной, да? Хорошо, давайте попробуем. Готово. Одна из дверей готова, там еще две. Давайте попробуем. Тихо, тихо, все хорошо. Дядюшка Брэй не даст вам заскучать. Давай, давай. А как вы видите, стражей на самом деле-то очень много. Так, эта дверь залеплена, да? А остается еще одна залепить. То есть, в принципе, по одной двери на каждом углу. Тихо. Давай, 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 детка, все. Мы залепили, но, как вы видите, здесь их очень много. Поэтому надо быть предельно внимательным, чтобы вас тупо не убили. Так, нет, надо залепить еще разочек. Давай, 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 Спайди. Я верю в себя. Я верю в тебя. Ой, что это там дает? Давайте посмотрим. Левел 1, первый уровень. Найдите вход на подземный уровень. Да, не густо. Не густо, я вам скажу. На самом деле, это довольно проблемно сейчас будет. Дело в том, что меня видят практически везде, поэтому... О, беда, беда, друзья, беда. Ну что ж поделаешь. Тут есть некоторые подручные средства, которыми я могу временно обезоружить. О, нет, нет, мне показалось, что меня сейчас убьют. Было бы очень плохо. Так, что тут еще есть? Так, Спайди. Давай, с этим шутки плохи, на самом-то деле лучше маневрировать, потому что жизни очень мало. Жизни очень мало. О, нет, 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 убили. Я, в принципе, понял, значит, мы должны, по идее, остановить, наверное, ту лопасть и пройти через нее. Давайте попробуем еще разочек. Это уже довольно сложно, но, в принципе, проходим. Так, друзья, вот о чем я, собственно, говорил. Давайте продвигаться. Падаем вниз. Куда-то мы упали. Значит, я не стал заморачиваться с этими роботами. Я просто закрыл их поля и теперь могу двигаться дальше. Если бы меня не убили, мы бы все сделали с вами с первого раза. Все по красоте. Так, куда? Куда мы движемся? Черт. Нет, нет, назад мне не надо, паучок. Назад не надо. Вот сюда. Алиса, я не сомневаюсь, твоя работа очень важна. Однажды она перевернет мир. Но не таким путем. Я уничтожаю монстров, которые пытаются разрушить город. Что может быть яснее? Добро против зла. Вспомни Эйнштейна, Оппенгеймера. Они раскрыли секреты Адама, чтобы спасти мир, а не уничтожить. Их работу использовали во зло. Но ты, у тебя есть выбор. У тебя тоже был выбор. Ты выбрал зло. Кто не с нами, тот против нас, доктор. Не повторяй моих ошибок. Есть только один способ покончить с этим. Алистер, сыворотка, которую ты вколол себе, была не готова. Ты заражен гибридным вирусом. Я могу помочь тебе. А тебе кто поможет? Следуем дальше, друзья. Небольшая такая заставочка была. Так, нам сюда, походу. Тут, как говорится, не промахнетесь. Все довольно линейно, то есть где-нибудь запрятаться там или... Тихо, понятно. Здесь очень крутая головоломка, значит, надо подождать. Ждем. Ой, 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 ой. Я, честно говоря, думал, что больше не будет. Ладно, давайте подождем еще разочек. Погнали.
Поехали, погнали, погнали, паучишка, погнали. Только что здесь, как вы могли видеть, пар выключился, поэтому можно попробовать аккуратненько. Давай, давай, паучок, давай. Побежали. Мы все сделаем, все преодолеем. Любые препятствия — это не проблема для нас. Бегать за девочками-дурочками и играть в Warcraft. А меня вместо этого вот-вот убьют на фабрике роботов. Так, ждем, пока пар пропадет, и можно ползти дальше. Недурно. Да, в самом деле недурно. Смотрите, тут тоже паутина есть, но, к сожалению, или к счастью, даже не мы ее оставили. Ну, давайте, исчезайте, вот, побежали. Вот, мы добрались до новой вентиляции. Давайте посмотрим, куда проследовал доктор Коннорс. Куда они там следуют? Думаешь, паук станет спасать тебя? Надеюсь, нет. Жаль, что он не сможет разделить с нами радость. Радость? Тест. Твоя ошибка, повлекшая за собой такие неприятные события, то, что ты не сделал тесты, я ее не повторю. Забавно. Я иногда их чувствую, как будто они живые, а их нет. Ты свихнулся. Твое место в психушке, Алистер. Порекомендуешь хорошую? Остынь, я готовлю наносостав. Поразмышляй о своих злодеяниях. Мы по-прежнему двигаемся в вентиляции. Надо найти, наверное, выход отсюда, попробовать. По крайней мере, здесь чисто, нету ни крыс, никаких паразитов. Даже удивительно, да, в какой-то мере. Они обычно любят такие места. Это их ореол обитания. Так, что это такое? Что у нас тут такое? Освободи Коннорса и помоги ему сбежать. Питер, зачем ты пришел? Простите, опоздал. Роботы, пробки, сами понимаете. Так, как ему помочь? Давайте подумаем. Я понял. Я понял, что делать. Тихо. Вот так вот. Ну, это довольно очевидно, в принципе. Тихо. А остается еще два генератора, которые закрыты защитным полем. Один. Ну что, остался последний роботишка. Давай, иди сюда. Иди, мой сладенький, я тебе покажу, что надо делать. Все. По идее, должно пропасть это дело. Так. Все. Коннорс убегает, и мы следуем за ним. Я тебя здесь не оставлю. Смайк творит это из-за меня. Итак, все в сборе. Что за созвездие умов? Вижу гибрида. Идите в старую лабораторию. Плевать на воспоминания. Я это одолжу, Человек-паук. Коннорс прав. Тебе не стоило сюда приходить. Я-то знал, что ты не устоишь. Что скажут люди, когда узнают, что паук не смог защитить своих друзей? Впрочем, скоро узнаю. Даю тебе последний шанс, Майт. Прекрати или... Или что? Коннорс сыграл свою роль. Теперь ты сыграешь свою. Конец уже близок. О чем ты говоришь? Коннорс мне не нужен. Я ловил рыбку покрупнее. Не будем портить сюрприз. Аскорб пожалеет, что отрекся от меня. Тебе туда не вернуться, если только Аскорб не переключится на тюрьму. Когда я спасу мир от гибридов, будет неважно, что люди думают обо мне. За моими наноботами будущее. Ты все еще болен, Смайт. Значит, у меня мало времени, верно? Расслабься, мышь лабораторная. Я не выпущу это в большой мир без тестов. Я не псих.
Человек-паук или Питер? Дело в том, что эту фразу я уже где-то слышал. По-моему, даже в мультсериале про Спайдермена было это. Человек-паук, не можешь пережить пару миллионов наноботов в крови? Подожди. Веселье только начинается. Я еще жив? Да, интересно посмотреть, что произойдет с Человеком-пауком после этих наноботов в его крови. Ты отнял у меня ноги, но гения моего тебе не отобрать. Мой гений создал это, и теперь тебя ждет тьма. А мать твою. Ой. Так, способности еще есть. Ой, 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 ой. Так, а как же нам укрыться-то? Что делать? Твою ж за ногу. А походу дела так и нужно было. В следующий раз предупреждай, ладно? Я дверь. Так, эти ребятки патрулируют, видите это дело? А давайте это пойдем больно. Заберем. Или нет? Технологию. Меня игнорируют? Пойдем отсюда. Значит, Алистер добился своего, и я больше не Человек-паук. Угу. Я, в принципе, понял, как здесь пройти. Смотрите, довольно несложно. Сейчас она отойдет. Нет, не отходит. Жалко. Ну, давайте попробуем тогда так. А, ой, ой, нет, нет, нет. Твою мать. Быстро, быстро валим, валим. У нас большие проблемы. У Человека-паука, видите, нету его способности. Он может только как хиленько так... И все. Это все его удары, которые он может сделать. Так, куда нам бежать? Сюда, походу. Мои паутинометы. Без них я не уйду. И еще мой телефон. Паутометы? Круто. Летать на паутине мне слабо. Но метнуть ее я смогу. Прикольно так рябит, смотрите, все это. Замечательная графика. О, как тени работают. Так. Один переключатель готов, и давайте второй тоже сделаем. Так, пошла подгрузочка. Я, честно говоря, подумал, что игрушка зависла. А, просто-напросто. Черт, ну... Ой, 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 какого хрена. Да, поднимитесь наверх и найдите вход. Ой, ой, нет, нет. Черт, фейл. Произошла довольно глупая смерть. Я просто не заметил, что тут надо перепрыгнуть это дело, да? Но сможет ли он это сделать? Можно перепрыгнуть? А, мать твою. Так, значит, здесь надо перепрыгивать. Я думаю, мы справимся с этим делом. Так, побежали. О, быстро, 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 паучишка. Паучишка. Так, что? У нас здесь, походу, тупик. Ой, беда. Беда, друзья. Так. А, мы попали с вами тупо в тупик, поэтому... Ага, вот как оно. Нет, нет, нет. Куда ты упал, мать твою, куда ты упал? На самом деле ничего сложного нет, надо было просто по трубе пройти. А, где мы оказались? Тихо. Хорошо. Прыгаем дальше. Ой, чуть не упали. Да, беда. За нами гонится целая толпа этих роботов. Запрыгиваем. Давай, 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 Питер Паркер, давай. Нам надо отсюда выбраться как можно быстрее. Шали. Я уже слышу, и вы можете тоже. Там позади нас куча роботов. Поэтому надо быть поаккуратней. Так, куда нам? Наверх, вниз? Посмотрим. Выпрыгиваем. Погнали дальше. Так, что у нас здесь? Ага, понятно. Я понял, что делать. Ну, довольно просто на самом-то деле. Надо ее как-то заставить двигаться в другую сторону, чтобы она перелетела, наверное, туда, и мы смогли перебраться. Это было бы довольно логично. Вот она что. Хорошо. Да-да-да, но это было, как я уже говорил, довольно очевидно. Поэтому так, тихо. Еще чуть-чуть.
Хорошо, бежим дальше. Так. Да, это довольно забавно. Аккуратненько. Ну? Вперед из песни. Чем быстрее я выберусь, тем... Без суперсилы ты просто жалкий Питер Паркер. А как нам перейти? Оно не затухает. Может, надо... Ага, все, понятно. Понятно, ничего сложного на самом деле нет. Забираем технологию. Так, тут надо еще разогнаться, перепрыгнуть. Ой, ой, тихо, тихо, хорошо, без паники. Движемся, друзья, движемся дальше. Да, это такой, знаете, экстрим определенно есть в этом деле. Четвертый, мы были вроде бы на втором или на третьем, я там не обратил внимания, было написано. Ой, тихо, 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 хорошо. Так, побежали. Можно быстрее отсюда. Просто бежим и нажимаем попутно, видите, чтобы стреляло. Так. Но хватает этого не на очень продолжительное время, поэтому лучше заранее побеспокоиться, чтобы потом вас не ошпарило этим паром, потому что будут проблемы. Меня уже ждет там, смотрите, огромная куча роботов, поэтому... Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо, ша. Нет. Надо что-то нажать. Ладно, не будем зацикливаться, побежали отсюда. Тут, видите, лазерное поле. Взяли страничку. Вроде бы больше тут ничего полезного нету. Так, как нам это перейти? Как нам перейти это дело? Здесь лазерные поля. Что можно сделать? Метнуться нельзя. А бить он особо не может, как вы можете видеть. Ой! Но все равно можно попробовать набить его. Это, конечно, слабо будет на самом-то деле. Так вот. Ну, давай, попробуй. Давай, давай, детка, давай. Так, консольки не работают. Печалька. Черт, как же пройти этот момент? У меня нет никаких способностей, поэтому без них это довольно проблемно сделать. Ой, тихо. За ногу. Да, друзья, это, конечно, смешно. Я пробую просто быстро пробежать, как мне это дается. Дается не очень хорошо. Так, что у нас здесь такое? Здесь просто помещение, видите, надо быть тоже предельно аккуратным. Так. Тихо, тихо, нет, нет, не надо. Значит, что я могу сделать? Я просто могу опять же пробежать туда вперед, как сделал и в этот раз. Но я не уверен, что получится. Ну, давайте попробуем. Быстро, 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 быстро. Ой, быстро, быстро, паучишка, быстро. Фух. А вроде бы куда-то спрятались, уже хорошо. Давайте попробуем. Так. Хорошо. Я куда-то взбираюсь, вроде бы как сюда нам надо, да? Давайте посмотрим. Там что-то лежит, что-то полезное. Можно пойти посмотреть. Ой, заметил, падла. Да-да-да-да-да, быстро-быстро-быстро-быстро отсюда. Взаимодействие. Надо выбраться, надо хоть какие-то способности свои получить, потому что полная задница. На самом-то деле. Надо сдвинуть его, да? Давайте попробуем, как это сделать. Так, надо посмотреть, что тут есть, с чем мы можем взаимодействовать. Вот по ходу дела. Надо пострелять. Но эта панелька, она отвечает за то, что двигается этот реактор. Но... Сейчас спустимся, посмотрим, что там внизу. Ему явно что-то мешает. Так. Забираем страничку. Так, как тебя сдвинуть? Как тебя сдвинуть? Этот участок стены слабее остальных.
используя реактор убийцы на непрочной стене. Ну, это понятно. Ага, тут какие-то панели есть. Давайте попробуем еще разочек. Вот, панель управления. Видите, она отвечает за взаимодействие. За движение этого реактора. Так, хорошо. Сюда. Что у нас тут? Технология. Да. Теперь передвигаемся на ту сторону, давайте. Двинемся. И посмотрим, что у нас с этой стороны. Да, теперь я могу взаимодействовать с этой стороны, видите? По идее, надо опустить немножко. Там непрочная стена, и сейчас можно будет активировать этот реактор. Что мы, в принципе, и сделаем. Так, еще одна страничка, забираем. Можно сделать проход с помощью реактора. Сейчас, по идее, все должно сработать. Все. Теперь я могу там пройти. Фух, жесть полная, конечно. Так. Доберитесь до разрушенного офиса. Что бы сделал Флэш Томпсон? Ох, проблемы, проблемы. Ну что ж, попробуем. Я думаю, это вполне реально все сделать. Роботы не реагируют на движение, они реагируют только если вы под лазер попадете. Но мы постараемся не попадать. Тихо. Вот как-то так. Хорошо. Забираем еще одну технологию. Что у нас тут такое? Там были поля. Забраться я не мог. Проберитесь через вентиляцию. Давайте попробуем. Давай, паучишка, давай. Так, еще технология. Круто. Но пока что улучшения у нас еще нету. Фух, как бы отсюда выбраться? Как же нам отсюда выбраться? Это довольно проблемно. На самом деле сделать. Там еще технологии, смотрите. Можно забрать. А этот, походу, пар нельзя, видите, тот крайний. А нет, можно. Забираем. И отсюда валим как можно скорее. Ой, беда, 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 друзья, беда, валим. Там очень много роботов. Не хотелось бы с ними связываться. Вот сюда. О, они за мной бегут. Надо ускориться, наверное. Здесь есть хоть что-нибудь безопасное для меня? Падлы. О, надо убежать, надо убежать. Смотрите, там очень много на самом-то деле. Могут возникнуть проблемы. Мы постараемся предотвратить любые конфликты. Нет, нет, не сюда. Бежали. Очень длинно, мне кажется, что сейчас что-то может обрушиться, да? Конечно. Бежали, чувак, побежали. Быстро, 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 быстро. Давай, Спайди, сделай это. Нам бы, конечно, обрести наши способности было бы вообще замечательно. На самом-то деле. Седьмой. По ходу дела мы приближаемся к выходу. Надо все-таки как-то выбраться отсюда. Ох, меня чуть не ошпарил. Да, ошпарил все-таки. Можете видеть покраснение такое на экране. Это говорит о том, что нас довольно неплохо так ошпарило паром. Там сюда. Выберитесь из лаборатории роботехники Оскарп. Так, это уже бегу не я, это уже пошла заставка.
А глава 10. Прощай, Человек-паук. Человек-паук утратил свою силу, он все больше слабеет. Ему нужно срочно найти доктора Коннорса. Что ж, будем искать. Посмотрим, кто по мне скучал, пока меня убивали. Мышата. Мышата — это круто. Тут у нас крысята, конечно, но они все равно няшные. Так, опять же, это ползунья, это у нас такая еще заставка идет. В городе полная жизнь творится. 1,5 миллиона зараженных, больных. Да. Напоминает очень прототайп, да? То же самое примерно. Инфекция, зараженные с каждым часом все больше и больше. Ну и что делать? Летать мы не можем, только ходить могу по земле. Доберитесь до подпольной лаборатории. Можно по крышам лазить? Нет, хрена. По забору тоже нельзя пройти. Давайте посмотрим. По земле, конечно, ходить не самый лучший вариант. Дело в том, что мы драться ни с кем не сможем. У нас полный упадок сил. На самом-то деле. Ой, тихо. Побежали. Смотрите, машины себя хаотично ведут, взрывы довольно, конечно, дешевенько сделано, но эффекты довольно неплохие. Вот если бы оно еще не давало мне 19 кадров в секунду, я был бы просто счастлив. Ой. Все это, конечно же, заскриптовано, как же без этого. Знаете, я вот лично не чувствую, что в городе творится какая-то жесть, как-то вот не скажешь. О, охотники, с охотниками вообще лучше не связываться сейчас. Мы практически добрались до цели, а осталось совсем немножко. Бежать я больше не могу пока что. От квартиры его удар хватит. Так, нам явно вниз. Мы четко пришли, смотрите, туда, куда надо. Так, канализация. Тут, наверное, вонь стоит просто неимоверная. Глава 11. Такова моя судьба. В старой лаборатории ящера Коннорс пытается воссоздать вакцину, прежде чем Смайт выпустит в город армию роботов. Людишки пишут: меня покусали, о нет, на помощь, давайте разнесем все к чертям. Да, это решит все проблемы, ну как же. Вам меня не найти, ко мне не подходить, убью. Убью, твари. Должен же быть какой-то выход, в подвале кто-то скребется. Бакалею ограбили, глазам не верю. Если что, я сам разберусь, цацкаться не буду. Они у моей двери, думаю, что я один из них. Господи, как мне выбраться? Я на 16 этаже. Мы добрались до этой лаборатории, подпольная лаборатория Коннорса. Так, вот этот роботишка, помните, был у нас уже? Мы его видели. Гвен! Питер, слава богу, ты жив. Ты не отвечал на мои сообщения, я не знала, что делать, и вот пришла. Я ненавижу это место, я ненавижу Коннорса, но я хочу верить тебе. Что случилось? Опять повздорили с одним могучим психом, готовым разрушить мир. Ну, знаешь, как это бывает. Я потерял свою суперсилу. Что? Как? Смайт вколол мне наноботы. Такой механический вирус. Я слабею, Гвен. Я чувствую. Дело не только в суперсиле, но... Где Коннорс? Я посмотрела. Здесь никого. Вы знаете об этой лаборатории не все, мисс Стейси. Коннорс, вы в порядке? Мы можем сделать вакцину.
Она готова? Роботы Смайта разрушают город. Готова. Но мы не остановим их без паука. А Пит не в состоянии куда-то идти. Хотя сам он в этом никогда не признается. Буду танцевать через минуту. Если все умрут, вакцины им не поможет. Значит, это все? После всего, что было, такой конец? Я поклялся к этому не прикасаться. Но... Господи, помоги. Что вы... Что это? Если я смогу вернуться, пока меня не захватит целиком, есть шанс. Нет! Скажите, что я ошибаюсь, Коннор! Скажите, что не станете превращаться в ящера! Я не смогу пережить этот ужас еще раз! Сколько людей умрет, если я этого не сделаю? Мой отец умер, ты ублюдок! Ты все заранее спланировал! Прекрати, Гвен! Какой у нас выбор? Пока Питер в таком состоянии, ящер единственный, у кого хватит сил остановить Смайта. Ты не супергерой! Ты чудовище! Я не чудовище. И не супергерой. Я ученый. Послушай меня. Короткий момент перед тем, как ящер завладеет моим мозгом. В это время власть у меня. Ящер сможет победить роботов. И я клянусь, что вернусь, прежде чем он захватит меня. Это наша последняя надежда. Я помню, вроде бы в мультике доктор Конрад хотел руку себе вернуть, да? С помощью там как-то возродить с помощью клеток этих ящериц. И что-то пошло не так, и он стал, видите, мутировать в ящера. Вроде бы так. Я точно не помню, что такие вот смутные воспоминания. Но он сначала вроде бы руку как вернул, я помню, в мультсериале было. Но потом пошли какие-то проблемы там на уровне ДНК и вот такие вот делишки. Именно. Сердце остановилось. Хорошо, что я нашла эту штуку. Слушай, это я тут должен заниматься спасением жизней. Коннорс? Где Коннорс? Он теперь ящер. Нас еще не раздавил гигантский робот. Значит, он на нашей стороне. Пока что. Ему нужно помочь. Мне надо туда. Тебе надо тихо лежать. Ни за что на свете. Мне лучше, чем было, когда я пришел. Почему-то. Ну что, друзья, сделаем небольшой перерывчик. Опять с днем рождения. Черт, сколько можно напоминать? На протяжении всей игры каждый раз это сообщение вылазит. Делаем небольшой перерыв и продолжаем играть в следующей серии. Пока-пока.